клипсу я переставил от китайского Тилайта. Ну, собственно говоря, он и был куплен как донор. Вот он покрашен маркером. Она поменьше и более компактная. Фиксатор резьбы у нас нету, и это замечательно. Звездочка очень четкая. Вот этот винтик прокручивается. Выпала резьба вот под клипсу с обратной стороны. Она, в принципе, нормально крепится, но я вот пытался поставить другую клипсу, просверлил здесь вот дырку, и я ее выбил, так скажем. В осевом у нас есть немного белого фиксатора. Ну что ж, давайте посмотрим, что внутри. G10. Фрезеровка у нас. И бонка. Давайте попробуем ее открутить. Вот. Вот у нас боночки. Давайте попробуем снять вот эту вот с противоположной стороны от клипсы. Клипсы, точнее. Нет, держится достаточно хорошо. Так, давайте посмотрим, что здесь мы имеем. Вот такие вот лайнеры. Достаточно тугую пружину, можно немного ослабить. Как я и предполагал, у нас медные шайбы. Это очень приятно. Так, с этой стороны у нас тоже медная шайба почему-то. Совершенно не представляю, зачем она. Только с одной стороны. Достаточно толстая железка, вот этот блок. Баночка у нас пустотела, к сожалению. Внутри с резьбой. Так.
Я снял эти накладки, хочу пройтись немного шкуркой, убрать вот эту вот остроту фрезеровок, фрезеровки вот у этой. Значит, вот результат того, что получился. Видите, теперь... Блин, что такое? Плавненько все скругляется. Вот, вот эти вот теперь места, они скруглены. Не рвут, не будут рвать карман. Ну, здесь тоже так слегка я чуть побольше скруглил. Вот. Теперь, наверное, на второй то же самое. Теперь скрутим, посмотрим, что получилось. Пару капель блистола, и ручка начала блестеть. Клипсу я поставил от китайского Тилайта, она просто поменьше. Механика осталась все та же. Совсем чуть-чуть скруглил я, просто чтобы было чуть покомфортней руке.